Вітаю вас, ви дивитесь програму «Вечірня розмова». Диригент з Нідерландів приїхав до Дніпра, аби попрацювати з місцевим театром опери та балету. Чому його зацікавила Україна і безпосередньо наше місто, і що саме готує разом з творчою групою цього проєкту? Про все це ми дізнаємось з перших вуст, тобто від самого диригента Єрона Вейрінка. Вітаю вас. Хай. Отже, пане Єруне, ви знову у Дніпрі. Ви тут наїздами приїхали, поїхали. Це нормальна практика, коли ви приїхали, можливо, там скоригували щось і знов поїхали. А музиканти тут відпрацьовують ваші там зауваження, наприклад. Жизнь дирижера – это жизнь путешественника. Я постоянно вынужден менять свое месторасположение. Конечно же, прежде всего, я пытаюсь подстроиться под график оперного театра в Днепре и пытаюсь заполнить те периоды, когда здесь репетиции невозможны по тем или иным причинам, какими-то другими событиями. Поэтому я вынужден порой преодолевать тысячи миль. Например, несколько дней назад, когда в Днепр был занят другой работой, я возвращался в Харьков для того, чтобы придирижировать реквием Моцарта и большую мессу Моцарта. Но в целом это нормальная практика для дирижера. Ну, саме у нас ви працюєте над оперою Джузеппе Верді «Набуко». Як відбувається співпраця? Ви знаходите спільну мову з нашими музикантами? От як проходять репетиції? It's not difficult. It's part of my job. Нет, это не сложно. В этом и заключается моя работа. Работа дирижера — это собрать на сцене десятки, порой даже больше сотни людей. Это и хор, и оркестр, и солисты. Поэтому, конечно же, я привык заниматься подобной работой. Если говорить о разнице, то да, существуют определенные традиции, и в Западной Европе, откуда я приехал, традиции исполнения Верди, естественно, отличаются от тех, что присутствуют здесь. Но так как я сам из Западной Европы, то я пытаюсь привить именно те традиции, которые я считаю более характерны для места, где я живу. В этом смысл моей работы. И я уверен, что в конце мы обязательно решим эту задачу, и у нас на выходе получится замечательный спектакль. Отже, чим хочете здивувати публіку? І взагалі, для вас важлива більш музика чи сюжет твору? Чи вони мають бути поруч і не окремо, скажімо так? This is really always a struggle between the stage director. Это очень хороший вопрос. Это обычная история сражения между дирижером и режиссером-постановщиком. Но я свою задачу вижу именно в том, чтобы максимально передать ту историю, которая написана или о которой рассказывается в опере Верди «Набукко». И мне хочется, я вижу это таким образом, чтобы это была история не в том стиле, который обычно представляют как жанр оперы, где актеры ведут себя неестественно. Это должна быть история, близкая к жизни, максимально близкая к жизни. Конечно же, эти произведения, которым уже 200 лет, и «Набукко», и «Ида», они окутаны дымкой легенд, которые в свое время исполняли эти оперы, и Мария Каллас, и многие другие. Но, тем не менее, я вижу еще раз свою задачу как дирижера подчеркнуть моей музыкой, мои извинения, маэстро Верди, на самом деле вашей музыкой, подчеркнуть то, что происходит на сцене, историю настоящих людей, историю, смысл, точнее, сюжет, собственно, оперы, которую написал великий Верди. А сюжет там дійсно цікавий. Ну, це ж не перший україно-нідерландський проєкт, в якому берете участь в Харкові. А ви також працювали над оперою «Аїда», і з величезним успіхом вона пройшла там. І знаю, що публіка аплодувала там 20 хвилин і не хотіла йти геть. А так само буде і в Дніпрі, як ви думаєте? I will do my very, very best to have the
Я очень постараюсь для того, чтобы в Днепре было как минимум не хуже. Но, как я упоминал уже до этого, это прекрасная музыка, и музыка об эмоциях, и поэтому я приложу максимум усилий для того, чтобы зацепить, задеть в хорошем смысле именно эмоции людей, которые придут на этот спектакль. А чему саме Верді? Це ваш улюблений композитор? Там Верді, тут Верді. He's in the top 5 of my favorite composers. He's not my favorite composer. Ну, на самом деле, Верді не самый мой любимый. Он входит в топ-5, но не самый. Хотя, если говорить об операх, то, пожалуй, Верді действительно самый любимый оперный композитор. Если вам когда-то доводилось бывать в Вероне, и вы видели хотя бы одну из его знаменитых опер, будь то Набука, или Аида, или Трубадур, это не имеет большого значения, вы ощущаете в этих постановках, в этих операх дух Италии. Они передают, собственно, саму Италию, итальянскую музыку, итальянскую оперу. Верди, Five. Mozart is absolutely, since I was a kid, is Mozart. Шесть, ну, да, ну на самом деле их гораздо больше. Но говоря о тех, кого я действительно люблю, конечно же, не всякая конкуренция. Моцарт — это номер один, это навсегда с момента, когда я познакомился с музыкой. Бах, Пуччини, Брукнер, Малер. Брукнер. We have six then or five? Six with Brukner. That's six. Okay, with Brukner. Okay. Six. Okay. But there are more. There are so many, okay. So many beautiful composers. Чому саме Україна? Як ви сюди потрапили? Це ви так захотіли? Чи вас запросили? І от як потрапили до Дніпра, до речі, до Харкова? Okay. Oh, it's a long question, long answer. Ну, длинний вопрос, длинний ответ. Ми після того, как покажем этот спектакль в Днепре, планируем провести большой тур с Набука в Голландии. Действительно большой, почти 20 спектаклей, учитывая размеры Голландии, это действительно много. И говоря о том, как я сюда попал, несколько лет назад агентство, очень крупное агентство в Нидерландах, с которыми я сотрудничаю, предложила мне поработать в Харькове. И три или четыре года я работал в Харькове. А теперь мы решили расширить географию, и таким образом я попал в Днепр. А коли прем'єра, до речі, Набуко? Коли ми побачимо в Дніпрі? Прем'єра состоїться 11 декабря. І якщо я зараз говорю це в камеру, то я обращаюсь к жителям Днепра. Пожалуйста, отметьте этот день в своем календаре. Ничего на него не планируйте. Вы все обязательно должны побывать в театре и увидеть Набука. Yes, okay. Спасибо. І вже потім гастролі до Нідерландів. А коли? Коли туди повезете цю оперу? I think in the second week of Я думаю, что это вторая неделя января, но, откровенно говоря, у меня просто еще очень много событий запланировано до премьеры Набука в Голландии, поэтому я не могу утверждать наверняка, но мне кажется, что это вторая неделя января. У вас же в Нідерландах є свій камерний оркестр. От ви його так спокійно залишаєте, і як вони там без вас, без диригента, без головної людини, яка керує ними? There are more conductors than I am. В мире много дирижеров, поэтому кто-то сейчас с ними обязательно работает. Но я их не оставил, я о них помню. Я в середине декабря обязательно буду с ними. У нас запланирован большой проект, поэтому не волнуйтесь. Без роботи вони не остануться. А яке враження взагалі від України, від от Харкова, Дніпра? Ну, що вас так здивувало? От, видно, що це міста колишнього Радянського Союзу. От, які враження у вас? I also saw ex-Soviet cities. Ну, мне до этого уже приходилось бывать в городах бывшего Советского Союза. Я частенько приезжал в Россию в свое время. Но говоря о моих впечатлениях от Украины, скорее от украинцев, украинцы выглядят
вполне, а иногда, может быть, даже слишком расслабленными. То есть вы всегда говорите: не волнуйся, все будет хорошо, придет время, все наладится, все будет нормально. И в большинстве случаев так и происходит. Но говоря о впечатлении, да, пожалуй, самое яркое – это то, что украинцы всегда немножко расслаблены. And I must say, I really enjoy. Ну и хотелось бы добавить, что мне очень нравится проводить время в Украине. Я счастлив бывать здесь. Я много раз уже был до этого. Уже работал и в Киеве, и в Харькове, и в Дніпрі. І завжди мені дуже приємно сюди возвращаться. Дякую. Ну, наостанок таке питання. От Нідерланди хочуть відмовитись від назви Голландія, інша назва вашої країни. Як ви до цього відноситесь? Від підтримуєте? Бо навіть футбольна команда буде не голландська, а нідерландська. Виключно Нідерланди буде називатись. Як ви до цього відноситесь? Is it in parliament now? Страна, в которой я родился и живу, называется Нидерланды, потому что Голландия – это всего лишь две провинции. Есть Северная Голландия и Южная Голландия. А все те объединения всех тех земель, которые, в которые входят помимо Голландии еще несколько провинций, называются Нидерланды. Нидерланды. Нидерланды, yes. Тобто 100%. Нет, Голланд. Нет, Голланд. Окей. Дуже дякую вам, що ви прийшли до нас. І наразі ви можете звернутися до глядачів наших і ще раз запросити їх, коли буде прем'єра, що це буде, щоб вони обов'язково прийшли. Окей, okay, thank you. Так, and, ваша камера. And to the people in Yato. Хорошо, спасибо. Еще раз, 11 декабря в 7 часов, а может быть на полчаса ранее, уточните, приходите, пожалуйста, в оперный театр, чтобы увидеть оперу «Набука». И позаботьтесь, пожалуйста, об этом заранее, потому что я уверен, что все билеты будут распроданы. Поторопитесь, я буду рад вас видеть. Дуже дякую, що ви прийшли до нас. Thank you very much. Yes, you're welcome. It was a pleasure. Вдалої вам прем'єри. Чекаємо. Вам нагадаю, що ми спілкувалися з нідерландським диригентом Єруни Вейрінг. Дякую вам за увагу. Побачимось.